президент встретился с Анастасией Заворотнюк. Вскрылась интересные детали с жизни Анастасии Заворотнюк. Звезда комедийного сериала «Моя прекрасная няня» встретилась с первым лицом государства. После того, как стало известно о тяжелой болезни, с которой борется Анастасия Заворотнюк, по некоторым данным, это рак головного мозга, общественность стала интересоваться подробностями жизни актрисы. Любопытство обусловлено и тем, что семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» хранит гробовое молчание. Издание «Обозреватель» вспомнило, что Заворотнюк виделась с президентом. Речь идет об автопробеге Санкт-Петербург-Киев. 9 лет назад мероприятие было приурочено к 100-му юбилею первого международного пробега на приз императора Николая II. Анастасия представляла на мероприятии российскую сторону. Когда участники пересекли границу, их встретил лидер Украины Виктор Янукович. Он и тогдашний президент России Дмитрий Медведев проехали за рулем автомобилей «Победа». От точки старта, которая находилась в 26 километрах от российско-украинской границы, до финиша в украинском городе Глухове Сумской области более 60 километров. Публикация фотографий из Инстаграм. Экипаж Анастасии Заворотнюк не смог одержать победу в соревновании. Лидером пробега стала съемочная группа телеканала НТВ. Корреспондент Егор Колыванов, оператор Никита Чалых и инженер видеомонтажа Алексей Гайдамакин. Ранее сообщалось, что Анастасию Заворотнюк парализовала. Популярная актриса якобы перестала чувствовать правую половину тела. Виной тому стала опухоль в левом полушарии мозга. В результате у артистки развились патологии. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте комментарии. Далее в программе. Провода где? На Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина. Есть доступ к телу. Посторонний мужчина запустил руки под юбку Ковальчук. Убитый кишечник привел к смерти российскую актрису. Мисс Бюстгальтера. Россияне в экстазе припали к груди Климовой. И многое другое.